Наши ударные группы продолжают наступление, и сейчас мы прорываем оборону основных сил противника. Сегодня при прорыве обороны одного из населенных пунктов, в котором противник закопался, забетонировался и пытался сдерживать наши наступательные действия, мы запустили нашу техническую группу и в течение дня нашими беспилотными системами, беспилотными комплексами, в которые входят и авиационные составляющие, и квадрокоптеры различного типа. А сегодня были выявлены многочисленные опорные огневые позиции, пункты противника, а также множество живой силы и колонны противника. Все эти цели были идентифицированы, выявлены, оперативно были переданы координаты, и все цели были уничтожены. На сегодняшний день было уничтожено две колонны противника, несколько БМП, два командных пункта, также четыре огневые позиции противника. Привет всем, стреляем. Привет еще тем, кто говорит, что чеченцы не знают, как БПЛА пользоваться. Мастер, я Молный, принял вас. Работаем по этому азимуту.